Я снова не читаю. Thank you.
Было главное две большие достопримечательности. Это подземный завод по ремонту подводных лодок. Вон там вот его. Вот. И Генуэзская крепость. Ну вот, кто рассматривает еще другим достопримечательностям. Думали, что это был самый красивый дом в Балаклаве. Он принадлежал горному инженеру Завадскому. И этот дом был тогда повыше было спектакл. Его стало спектакл, вот что вы видите. А в советское время, когда здесь была база, в нем располагался штаб. Потому что если здесь стратегическое, бесконечные войны, и это крепость, постоянно довольно штаб. И башу разогнать вот которые не вернулись из боевых походов во времена Великой Отечественной. Там вот 630 метров под головой, здесь есть только 30 метров. С этой стороны поплот, считалось, что подводные лодки могли набиться.
Ничего. Если это так, то получается, что он очень древний. И построен он на развалинах другого византийского храма. И, как говорят священники, если здесь, там будет... Ничего себе. Я не буду. Девочки какие. Я люблю.